В России школьник ранил ножом одноклассника на уроке. В одной из школ Иркутска ученик 9 класса нечаянно ранил одноклассника, играя складным ножом на задней парте. При этом конфликта между несовершеннолетними не было, заявили в российской полиции. В России в одной из школ Ленинского района Иркутска ученик 9 класса ранил своего одноклассника ножом во время урока. Об этом в четверг, 5 апреля, сообщает пресс-служба управления МВД по Иркутской области РФ. По данным полиции, ученик нечаянно ранил одноклассника, играя складным ножом на задней парте. По предварительным данным, конфликта между несовершеннолетними не было. Школьники ранее не состояли на учете в правоохранительных органах. Инспекторы по делам несовершеннолетних продолжают выяснение причин и обстоятельств происшествия, организуют профилактическую и разъяснительную работу с учащимися. Рассматривается вопрос об организации пропускного режима в школе для исключения подобных случаев в будущем, говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что в Киеве одноклассники избили школьника и сломали ему позвоночник. Новости от корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал HTTPS/TeamyCorrespondent.net. По материалам сайта newsgra.com.